Всем привет, друзья! С вами на связи Виктория Катыченко, которая сегодня решила выяснить, почему же иногда мы не можем ответить на комментарии у себя под видео. Или не только у себя, не обязательно, просто вот бывают комментарии, на которые можно ответить, нажав на кнопку «Ответить», а бывают комментарии, у которых нет такой кнопки, можно только лайк или дизлайк поставить. И с чем же это связано? И вот что мне удалось выяснить. Значит, человек, от которого мы получаем такой комментарий, в своем профиле Google+, поскольку он связан с YouTube, зашел в настройки, вот сюда, лента, настройки, и вот в этом разделе, где по умолчанию стоит «Все», кто может комментировать ваши общедоступные записи, ограничил круг людей, которые могут ему отвечать на комментарии. По умолчанию здесь стоит «все». То есть, либо это он сделал по случайности, ну не знаю, либо специально, умышленно, да? Что в таком случае можно сделать? Можно перейти к нему в аккаунт, написать ему личное сообщение, где попросить его, если он задал вопрос и вы не можете ему ответить, то в разделе «О канале» есть возможность отправить сообщение. Написать человеку, что так и так, я не могу ответить на ваше сообщение в комментарии, поскольку вы в своем профиле Google+, ограничили список людей, которые могут отвечать на ваши сообщения, на ваши комментарии. Вот. Или же просто проигнорировать такого человека. Если он пишет что-то злобное, то, скорее всего, он сделал это специально. Если же комментарий, который, ну, просто вы понимаете, что он что-то спрашивает, но при этом не знает, скорее всего, что у него в настройках стоит такая штука, то можно ему попробовать с ним связаться, если, конечно, есть желание. Вот. Ну, собственно говоря, это все, о чем я хотела сегодня с вами поделиться, поскольку я всегда, что новое нахожу, обычно записываю видео и делюсь об этом. А с вами на связи была Виктория Катыченко. Всем успехов и всего хорошего. Если вы хотите получать уведомления о том, что на канале произошли обновления, выложены новые видео, нужно правильно на него подписаться. Жмем кнопку «Подписаться». Справа появилась шестеренка. Нажимаем. Ставим галочку в окошке «Сообщать мне обо всех новостях этого канала» и сохраняем. Как только автор выложит новое видео, вы будете уведомлены и сможете посмотреть его первым.